однозначно, да. А если он спросит, отвлекется на нем, точнее, значит, выбираешь первый знак, да. Вы можете еще разговаривать с ним. Налево едем. Выезжай под светофор и вставай. Просто выйти, стой. Видишь, он остановил. Ошибка ясна? Да. Это был регулируемый пешеходный переход. Мы должны были встать, как я сейчас встал.